Aleyküm selam. Сегодня были сказаны последние слова подсудимыми. Ну, очень много эмоционального, то есть тяжело это на самом деле комментировать. В принципе, слова не связаны с юриспруденцией, слова связаны с неким пониманием веры, с тем, с чем мы приходим в этот мир и уходим из него. Ну, что меня конкретно сегодня поразило по датам. 18-й год – это расстрел деда Куку, как турецкого шпиона. 37-й год – не прадеда, 37-й год – это ссылка деда Куку. 71-й год – это, по-моему, арест и заключение в места не столь отдаленные. Это уже отца Куку. И 19-й год – продолжение. То есть, как вы понимаете, такие нехорошие семейные традиции. Поэтому подсудимые прекрасно понимают, что будет обвинительный приговор. Они не ждут оправдательного приговора. В общем, все готовы к длительным срокам заключения. Приговор будет оглашен у нас во вторник, 12 ноября этого года. В общем-то, такая небольшая техническая часть. Скорее всего, суд огласит только вводную и резолютивную часть, весь приговор полностью зачитываться не будет. Будем считать сроки в середине ноября. Также от себя хочу добавить, что ни один из обвиняемых по так называемому делу Хизбут-Тахрир, ялтинская группа, не согласился со своей виной. И в последних словах звучали мысли о том, что это цепочка гонений крымско-татарского народа, которая продолжается уже более 200 лет. Также ребята выразили огромную благодарность всему джамату, всем правозащитным организациям, как в Крыму, России, Украине, так и за ее пределами. И сегодня на данном процессе присутствует около 90 человек, более даже 90 человек, приехавших поддержать своих единоверцев. Тех людей, которым не безразлична судьба каждого крымского татарина, каждого мусульманина, угнетенного не по праву. Аллахым я раби, саглык селеметликтен тез вакт ичинде кутулуп эвлерине кайтып келсинлер. Allah'ım burada amin deyip bu yiğitleri, yaşları, halkımızı kol tutan insanlara da yolları açık olsun ya Rabbim. Amin. Allah'ım ya Rabbim cümlemizi görünmeyen kaza belalardan, düşmanlardan uzun korşala ya Rabbim. Amin. İşandığımız, dayandığımız sendirsin Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim biz sana muhtacık, sana yalvarıp ellerimizi açtık, dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin.